Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами посмотрим расклад на тему, для чего мне дали этот опыт. Расклад у нас будет, как вы уже видите, да, в формате карты руки. Работать будем на колоде Таро «Небо и Земля». Обзор на эту колоду я сделала. И он есть в плейлисте под названием «Обзор моих колод». То есть переходите на главную страничку моего канала, находите раздел «Плейлисты», нажимаете на него, выбираете плейлист под названием «Обзоры моих колод» и смотрите обзор на эту колоду. Я не делаю обзоры в плане просто показать карты, а иногда рассказываю про отдельные карты достаточно так, ну, если есть какая-то информация, да, на мой взгляд, глубоко интересно про эту колоду, я прям рассказывала целый час. При условии того, что это не обучение, а просто очень много информации есть в этой колоде. И не обязательно быть тарологом для того, чтобы это послушать. Просто информация интересная, на что я вообще обращаю внимание, что значит те или иные символы. Что-то для себя интересное да узнаете. Вообще вся информация на моем канале, потому что я недавно узнала об этом. Мне написали в комментариях, за что я очень благодарна, потому что когда вы пишете комментарии, это не только ваша обратная связь, я хоть понимаю, что у вас в голове происходит, потому что мне кажется одно, а по факту получается что-то другое. Так вот, вся информация, которая у меня есть на канале, за исключением обучения Таро, она не только для тарологов. Да, она пересекается, то есть тарологи могут углубиться, да, коллеги, через те курсы, которые я даю. Но в принципе они для всех, абсолютно для всех людей. Нету разницы, там, кто ты по специальности, то есть работаешь ли ты с Таро, с метафорическими картами, с колодой или Ленорман или так далее. Нет, то есть информация, которую я даю, она в принципе для самопознания абсолютно для всех. Так, какой опыт, да? Для чего мне дали этот опыт? Загадывайте свой опыт, я не буду его рассматривать как сигнификацию. Кто не любит смотреть расклады без сигнификации, еще и на одну позицию, это просто не ваше. Не надо мне об этом писать, мне эта информация ни к чему. Вот. Ну, просто можете промотать, либо другой ролик посмотреть. Потому что иногда есть такие люди, знаете, обижаются, и они считают нужным оповестить меня о том, что вот я ухожу, или мне такой ролик не нравится. Ну, окей, не нравится, что поделать. Ладно, приступим. Первый вопрос. Как опыт, который вы для себя загадываете, повлиял на ваше взаимодействие с людьми? Как этот опыт, который вы загадали для себя, повлиял на ваше взаимодействие с людьми? Ну, хочется сказать, что достаточно позитивно, да. У меня такое ощущение по этому триплету, да, по этим картам, что вы как будто бы, знаете, здесь, во-первых, повзрослели, во-вторых, благодаря этому опыту научились выстраивать четкие границы, в плане именно понимания своей собственной ценности, да, своих каких-то, я не знаю, хочется сказать, достоинств. Да, то есть человек как будто бы осознал, что я достоин уважения, я достоин, вот, чтобы со мной, например, разговаривали на равных, либо с моим мнением считались, чтобы меня уважали. Причем не требованием, а вот именно таким отношением к самому себе в первую очередь. Знаете, когда вот мы начинаем понимать, осознавать себя, то есть кто я, что оказывается я, допустим, хорошая профессия, либо хороший мастер, вот, то и начинаете вести себя соответственно. Вот ваш опыт, который вы себе загадали, он как раз-таки повлиял на именно на ваше взаимодействие с людьми таким образом, да, что с одной стороны вы, возможно, передаете какой-то свой личный опыт, ну, это может быть через профессию, либо просто в кругу достаточно близких людей, которые к вам обращаются, возможно, за каким-то вашим мнением, даже не за советом, а просто выскажи свою точку зрения, да. Но здесь основной момент говорит о том, что вы как будто бы научились выстраивать границы, причем не только в плане того, чтобы ваши границы никто не пересекал, а именно чтобы и вы не нарушали чужих границ. То есть вот именно взаимодействие с другими людьми
как взрослый человек, да, то есть вот ощущение какой-то ответственности здесь появилось, такой серьезности больше. Здесь нету груза тяжести, но при этом такой, знаете, вот хочется сказать, формально-профессиональный какой-то такой язык. То есть я не говорю о том, что вы разговариваете шаблонно, а я имею в виду, что здесь то, что вы хотите сказать, вы говорите, вы уже, допустим, там не сисюкаетесь, не ломаетесь, там не сомневаетесь, не скромничаете. То есть то, что считаете сказать нужным, то вы и говорите. И это, знаете, вот нравится и стало нравиться людям, да, то есть они, во-первых, вы стали более понятными для других людей. Поскольку вы стали высказывать свою точку зрения, люди стали понимать, как с вами взаимодействовать, то есть что от вас ожидать, как с вами себя вести. И с одной стороны, это придало вам некой такой уверенности, а с другой стороны, и люди стали как-то воспринимать вас больше, потому что здесь, возможно, до этого они либо вас не совсем понимали, либо не совсем вас воспринимали. Что-то здесь такое. То есть такой, знаете, хороший, равноправный обмен либо информацией, либо услугами, да, с другими людьми. И вот аркан императора говорит о том, что вы почувствовали вот эту вот внутреннюю уверенность и по девятке пентаклей внутреннюю самодостаточность. Да? То есть это вот прям очень такое хороший навык. Когда мне спокойно, когда я уже не боюсь, не переживаю, а что скажет, а как, а почему. То есть вот здесь уже нету каких-то страхов. Здесь человек уже вырос внутри себя. Мне нравится начало, так отодвинем это. Смотрим следующий вопрос. Как этот опыт повлиял на ваши установки и устои в жизни? Что стало происходить? Как этот опыт повлиял на ваши установки? Знаете, здесь такое ощущение, что даже независимо от того, что внутри себя вы как будто бы повзрослели, созрели, вот так лучше сказать, а как личность, здесь у вас появился какой-то вот новый вот этот подход, да, и интерес к жизни. То есть вы как будто бы стали делать что-то по-новому. Вы как будто бы открылись здесь, у вас появился интерес, у вас появилась некая такая любознательность, да, желание как-то больше общаться с людьми. Здесь открытость появилась. Вот прям именно, может быть, ранее... Почему это вот вызывает такую, знаете, у меня запинку? Потому что, как правило, люди достаточно зрелые, они, в принципе, и взрослые даже по возрасту, они, как правило, закрыты, да, то есть они не готовы принимать, слушать чужое мнение, как-то вот что-то меняться, такие достаточно консервативные, да, в своих взглядах. А здесь мы видим двух пажей, да, паж огня, принцесса огня и принцесса жезлов, то есть человека, который готов что-то новое в своей жизни внедрять. То есть здесь есть гибкость. Здесь я могу сказать, знаете, вот по духу какой-то вот такой юношеский, не подростковый, а именно юношеский азарт. Знаете, когда вот в институте, либо в университете, либо в училище учишься, и вот есть вот эта вот молодость, есть этот риск что-то попробовать, какой-то авантюризм, прям огонек живой-живой, да, желание что-то изучить, желание посмотреть, узнать, поговорить с какими-то новыми людьми. То есть здесь появилась открытость и здесь появилось доверие. Возможно, впервые, поэтому я и говорю о том, что обычно не свойственно это, опять-таки, не за всех говорю, а, как правило, да, общестатистически, чтобы люди старшего, прямо вот очень взрослого такого, да, поколения, чтобы они как-то прислушивались к мнению, потому что у них уже есть какой-то свой устаканившийся взгляд на жизнь. А здесь такой достаточно молодой, то есть люди готовые развиваться, готовые пересматривать свои какие-то суждения, что-то новое обязательно узнавать. Может быть, кто-то
кто-то учиться идет, да, общаться. Здесь вот прям желание что-то получать, но получать не в плане выгоды, а в плане чего-то нового от жизни. Не знаю, возможно, начинаете читать книги, которые ранее не читали, смотреть фильмы, которые вы ранее не смотрели, то здесь как будто бы появились какие-то новые абсолютно интересы. Так, следующий вопрос. Как повлиял этот опыт на вашу личную жизнь? Смотрим. Так, на этом выше буду поднимать. Как этот опыт повлиял на вашу личную жизнь? Ага. А здесь хочется сказать, что вот в личной жизни, да, он немножечко вас подкосил. Здесь немножечко подкосил. Здесь как будто бы вы в чем-то очень сильно разочаровались. Возможно, в каких-то своих взглядах касательно межличностных отношений, либо каких-то ценностей. Здесь присутствует какая-то неуверенность, знаете, ощущение того, что вот не то чтобы ваша самооценка упала, а здесь вы как будто бы засомневались в себе. То есть то, что с вами произошло, ощущение того, что как-то вот вас огорчило. Вы как будто бы расстроились в плане того, что а туда ли я иду, а зачем я так поступил, а нужно было оно мне. Вот как будто бы здесь появились какие-то сомнения и неуверенность. Угу. А за что вы здесь огорчились? А здесь как будто бы как-то вот вы то ли доверялись какой-то ситуации. То есть здесь было доверие, а вот не то, чтобы оно потом подорвалось. Здесь, знаете как, здесь как будто бы что-то разрушилось, и вот благодаря этому, вот именно огорчению, сожалению, пройдя этот опыт, вы потом стали сильнее. И вот как-то вот, возможно, что-то проанализировали и пришли именно к такой зрелой позиции. Здесь вам как будто бы пришлось поступиться с тем, во что вы верили. Не знаю, может быть, это какая-то детская какая-то наивность, да, либо какая-то мечта, например, взгляды, ну, я не знаю, что, к примеру, что брак – это вот когда двое людей любят друг друга, да, а по факту оказалось, что любовь иногда проходит, и в бытовой жизни остаются другие ценности, более важные, помимо любви, да, как уважение, как взаимопонимание. Вот здесь что-то такое, вот какое-то разочарование здесь было. И чувство, что вот вы как будто бы, ну, вот перегорели, да, что вот то начало как будто бы как хорошо начиналось, а закончилось потом не очень хорошо. Это не обязательно, что какой-то конец был в ваших отношениях. Это ваше восприятие этой ситуации. Что вот то, к чему вы стремились, здесь есть осознание того, что ну, как-то вот оно вас не устроило. То есть тот результат, который вы получили, это вы как будто бы усомнились. Знаете, вот, а может быть, я неверный выбор сделал, а может быть, не надо. Вот что-то здесь такое произошло. Хорошо, смотрим дальше. Как этот опыт, который вы себе загадали, повлиял на профессиональную сферу и сферу финансов? А профессиональная сфера? Смотрите, вот здесь, скорее всего, этот опыт, как будто бы вы как-то разочаровались в том, что
этот опыт имеет какое-то отношение к профессиональной сфере, и личная сфера, она стала как будто бы, провисать, да. И здесь человек как будто бы переключился на профессиональную сферу, да, и от нее начал получать какой-то вот именно позитивный результат. То есть, знаете, как будто бы сфокусировались именно на работе, на достижении как-то денег. Здесь, скорее всего, даже не столько денег, сколько вот как-то вам нужно было куда-то излить свои эмоции, как-то гармонизовать себя, сбалансировать себя, и чтобы вот эти не думать о вот этих разочарованиях, да, грусти того, что пришлось оставить, вот вы как будто бы сфокусировались на своем каком-то мастерстве. И эта компенсация, она вам вышла, ну, в пользу пошло, да? Потому что работа, она стала вас как-то, либо ваш проект, не знаю, ваше дело, хобби, чем вы там занимаетесь, оно как-то вот вам помогло то ли забыться, то ли сгармонить. Это, знаете, как... Ну, в личной жизни не очень хорошо, пойду на работу, да, а на работе как будто бы забываешься и очень много работаешь, потому что это время свободное есть уже, ты его не посвящаешь на личную жизнь, и твоя работа, она становится качественной, не то что, иногда бывает так, что и на работе не очень хорошо, да, потому что настроения нету, а здесь вот наоборот, вы как будто бы включились на 100% в работу, и это стало давать вам какие-то результаты. Вот благодаря именно этой работе вы стали наполняться эмоционально. Вы как будто бы ощутили, возможно, стали получать обратную связь, достаточно, ну, позитивную, хорошую, что у вас это получается, что вас ценят, что вас хвалят. И вот эти вот наполнения эмоций, оно привело вас к тому, что вы ощутили себя вот профессионалом. И это придало вам силы, это придало вам, знаете, вот как будто бы какие-то новые перспективы у вас открылись, новые возможности, что дальше можно сделать, да, как-то. Набрались именно сил, побороли в себе вот какие-то страхи, вот эта вот неуверенность какая-то была. Здесь человек восполнил утрату личной жизни через профессиональную и тем самым как-то сгармонизировался, как-то сбалансировался. Здесь хочется так сказать, что вы как будто бы встали, знаете, с колен и окрепли. Но при этом здесь не идет речь о том, что я закрыл свое сердце, да, и вообще я никак не хочу выстраивать никаких отношений, мне ничего не надо. Нет, здесь не про это. А здесь просто вот эту вот как будто бы какую-то боль, эмоции, вместо того, чтобы их подавлять, и правильно вы сделали, да, вы их выплеснули в работе. И тем самым и работа у вас пошла хорошо. И признание вы получили. Вот я спрашиваю про деньги. Здесь мне не говорится о финансах, да, то есть мне не показывают финансовую сторону вопроса. Вот, скорее всего, то, что произошло какое-то обновление, что ли, обнуление. Вот вы как-то была у вас возможность подумать, пересмотреть эту всю ситуацию как-то вот под другим углом. И знаете, как-то вы стали лучше. Я не знаю, как это объяснить. Вы стали более открытыми, более яркими, более... Возможно, кто-то вспомнил, вот каким человеком вы были в молодости, да, вот как-то потом себя растеряли с годами. А вот тут как будто бы вспомнил вот эту вот былую славу, стали больше радоваться, стали больше как-то вот... Именно общение, показывать себя, вы не закрывались. То есть вы здесь не пошли в то, чтобы как-то быть в депрессии, в унынии и сожалеть о каких-то своих неудачах. Нет, здесь вы наоборот как-то замотивировались этим опытом и выросли. Я могу сказать так, что вы действительно выросли в профессиональной сфере. Финансов, как бы я ни спрашивала, мне не показывают. Мне показывают больше, что
Возможно, вы расширили какие-то свои границы. Впоследствии, быть может, это и выйдет как-то вот в финансовый вопрос, да, вы начнете получать плоды своего труда. Но на данном моменте здесь как будто бы даже вам и не столь важен был финансовый вопрос, сколько вот именно работать и оттачивать мастерство. То есть здесь очень много часов было посвящено работе. И в конечном итоге вы увидели плоды своей работы, но не в плане финансов, а вот именно в плане признания людей, в плане того, что, возможно, появились абсолютно новые люди. Я не вижу, чтобы здесь было расширение, что, допустим, вот если вы работаете на себя, что у вас появились новые клиенты. Нет, здесь не, ну, то есть немного их стало, здесь не про количество, а здесь про качество, здесь другой уровень стал. Здесь люди как будто бы, ну, вот вы изнутри изменились, да, и люди вам стали подстать. Окружение здесь как-то постепенно меняется. Здесь как будто бы люди стали признавать вашу работу, что ли. Так интересно, здесь раньше, может быть, ее и не видели, да? Ну, вы работали, вам кажется, что вы работаете так же, как вы работали раньше. Но люди воспринимают, что вы стали более качественным. Вот здесь такая энергия идет. И при этом, что самое важное, что вы не закрываетесь. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что было бы, если бы этого опыта в вашей жизни не было. Что было бы, если бы в вашей жизни этого опыта не было? Была бы башня, о чем здесь говорит нам башня. Башня говорит о том, что так или иначе что-то бы произошло в вашей жизни, что сподвигло бы вас к какому-то дальнейшему движению. Но это дальнейшее движение, оно было бы через какое-то сопротивление внутреннее, да, через двойку мечей, через какую-то неуверенность, через сомнения. А о чем бы вы сомневались? О том, что так или иначе, да, здесь, если бы не был этот опыт, так или иначе, вы бы пришли к какому-то завершению в том вопросе, которым вы себе здесь загадываете и рассматриваете. Здесь ощущение того, что это как будто бы было неизбежно. Не таким путем, но каким-то другим путем вы бы пошли. Потому что здесь нужно было выстроить фундамент по-другому. Вот вы пошли, хочется сказать, из, я не знаю, сколько там вариантов есть, но вот если рассматривать как два варианта, к примеру, вот вы выбрали наилучший вариант. Не знаю, насколько он для вас болезненный, но он намного эффективнее того второго, да, который здесь мы рассматриваем. Потому что тогда было бы какое-то внешнее вмешательство, да, к которому вы не были бы готовы. И вот здесь вас бы как будто бы сама жизнь так или иначе выталкивала, а вы этому как будто бы сопротивлялись. И вам бы было намного тяжелее, намного труднее, намного болезненнее. Здесь ощущение того, что то, что вы прожили, оно как будто бы какая-то лайт такая версия, и вы сделали правильные, верные выводы. И вот то, что вот вы переключились на профессию, и вы выросли. А вот если бы не было этого опыта, да, то вам бы пришлось, знаете, как-то вот ощущение того, что вы как будто бы закрылись. Так-то вы открыты миру, а здесь вы как будто бы закрылись, и вам бы пришлось, ну, проходить вот этот вот процесс перерождения намного болезненно. Хорошо, смотрим следующий вопрос. Каким человеком я стал благодаря, либо стала благодаря этому опыту? Ну, смотрите, магом. Человек, который... Здесь вот этот опыт, он вам помог повзрослеть. Он помог вам убрать вот эти вот иллюзии, да, как какая-то... Что-то такое, знаете, детское, неадекватное.
вот придуманное. С одной стороны, казалось бы, ну окей, если я это придумал, мне в этом хорошо, но с другой стороны, это иллюзия. И вот здесь вот та ситуация, которая произошла, она помогла вам понять и разобраться, во-первых, в том, что вы хотите от этой жизни, как вы хотите. То есть у меня такое ощущение, что здесь вот какая-то личная история, да, то есть она не связана там, я не знаю, с деньгами, либо с профессией, здесь как будто бы речь идет об либо личной жизни, либо вообще взаимоотношения как-то с людьми, то есть там, где завязаны какие-то люди. Здесь не речь о деньгах, здесь не речь о работе. И вот каким человеком вы стали? Человеком взрослым, зрелым, человеком, который готов брать на себя ответственность, который впервые увидел ту иллюзию, которую он создавал. То есть тот мир, который вы создали, здесь как пришло понимание, что ну вот вы его как будто бы переросли. Не то, что он плохой, либо он хороший, либо как-то вот ваше мировоззрение было ошибочное. Нет. А здесь вы действительно, знаете, как-то выросли. Вот когда сталкиваешься с реальностью, да, то есть, допустим, мы хотим переехать из одной страны в другую. У нас есть представление, как это будет, а что это будет, а куда я смогу найти работу, либо как я буду там общаться на непонятном мне на языке. А потом, когда вы приезжаете в эту страну, вы видите, насколько ваши предположения не всегда соответствуют с реальностью. И вот только будучи в этой стране, да, вы начинаете понимать, а каково это, вот начинаете видеть реальность. Вот здесь примерно произошло то же самое. Вы стали тем человеком, который стал смотреть на этот мир реально, вот таким, какой он есть. То есть вы уже не украшаете, вы не приукрашиваете, вы уже не видите как-то через призму какой-то иллюзии. Вам, понимаете, здесь самое главное, что вам уже не страшно смотреть на вещи такие, какие они есть. То есть если кто-то вас обманывает, вам уже не страшно в этом признаться. Раньше вы это видели, и вы это понимали, но вам удобно было из-за своей какой-то вот, я не знаю, может быть, неуверенности, да, может быть, какой-то незрелости, наивности, желания, вот какая-то надежда на то, что вдруг оно само будет, а вдруг человек как-то поймет сам, что он не прав, либо еще что-то такое. Ну, то есть вам было выгодно не решать эти задачи, вам было выгодно не видеть. Хоть вы это и замечали, здесь осознанно закрывали глаза. А сейчас вы как будто бы проснулись и поняли, что а что я вот в этой луже делаю, да, когда рядом есть там, условно говоря, море и океан. То есть я уже перерос. То есть зачем мне быть там, где, ну, во-первых, меня не ценят, а во-вторых, мне уже неинтересно играть в эти игры. Мне уже хочется что-то более взрослого, уже что-то более зрелого. Да? То есть зачем мне играть в игрушки, там одевать куколок, да, там, лялечек, да, когда у меня уже свой маленький ребенок, да, и это действительно серьезная какая-то ответственность, да, и я уже не играю, а я уже воспитываю, да, то есть вот разницу, понимаете, да, о чем я говорю. То есть здесь человек стал магом, человек, который осознал, что он хочет, как он хочет. Возможно, у вас появились желания, быть может, их не было ранее, либо вы не понимали конкретно, что вы хотите и для чего вам надо то, что вы хотите. Каким еще человеком стали? Ну, представляете, в изобилии, да, десятка педаклей, человек структурным. Возможно, этот опыт, он вам показал, что, например, если были какие-то трудности, не знаю, между людей, да, и профессиональная, например, сфера, да, партнерство, и ваш партнер как-то вот, ну, я не знаю, там, подворовывал, условно говоря, то через эту ситуацию вы как будто бы поняли, что ошибка заключается даже не в том, что я принял этого человека, да, как партнера в своей деятельности, а ошибка заключается во мне, в том, что я не систематизировал, что не было учета доходов, расходов. То есть если бы это все было прописано, если бы это все было зафиксировано, да, то тогда не было бы вот этого поступка. То есть здесь речь идет о некой такой системе. То есть вы увидели свои какие-то слабые стороны, свои
ошибки в этой ситуации, а как можно было по-другому, да, как можно было по-другому поступить, что именно я выстраивал. То есть сейчас вот на этом опыте нельзя даже сказать, назвать его ошибкой, а скорее всего некой такой инструкцией к пониманию того, как делать не надо, то есть что было сделано неверно, возможно, да. Вот. Здесь тоже еще что-то связанное с документами, да, с какими-то договорами. То есть, я не знаю, может быть, вы научились все записывать. Допустим, если раньше как-то по дружбе с кем-то взаимодействовали, там устраивали на работу, то сейчас это все будет задекларировано. Да? То есть твои обязательства, обязанности, мои обязанности. Все это прописано, все это не только проговорено. То есть раньше, возможно, это было проговорено, а сейчас это уже все и прописано. И здесь уже, как говорится, комар нос не поточит. Да? То есть здесь все так, как и должно быть. Этот опыт помогал вам взрослению. Либо здесь человек понял и осознал свои ценности, в том числе ценности семьи. Причем семьи не только, в которой он родился, а, возможно, знаете, вот в общем понимании, что такое семья, когда есть поддержка, когда есть вот этот фундамент, возможно, в трудный момент вы именно обратились к семье и вас поддержали. И здесь у вас появилась вот эта вот ценность, да, впервые ценность семьи, что, допустим, я не ожидал, что семья меня поддержит, что, оказывается, меня любит, что, оказывается, я не сам по себе, а являюсь частью семьи, то есть частью какой-то системы. Здесь очень у каждого будут разные моменты, да, но однозначно, когда мы становимся магами, это показатель того, что я уже имею опыт и могу создавать то, что я хочу и то, что я желаю. А вкупе с десяткой пентаклей я создаю новую систему ценностей. То есть, допустим, было какое-то расставание в личной жизни, либо развод, я сел, подумал, и определился для себя, определил, вот, какую семью я хочу, если я буду заново ее создавать. То есть каких отношений я хочу, да, как бы я хотел, чтобы ко мне относились, то есть на что я буду обращать внимание, что для меня важно. То есть здесь человек действительно, вот хочется, знаете, сказать, неоднократно у меня так по первой позиции бывают такие люди, да, которые приходят к выводу о том, что вот я уже настолько, знаете, как будто бы понимаю эту жизнь, что вот если бы с моим нынешним опытом, да в ту мою молодость, да, по возрасту, я бы действительно смог достичь высот. Вот здесь про это. Здесь как будто бы какой-то новый этап вашей жизни открывается, новых возможностей. То есть если кто-то, мы смотрели там, да, если кто-то хочет пойти учиться, неважно сколько вам лет, и 70, и там, я не знаю, и 80, вы внутри себя ощущаете эту силу, что да, я могу, что да, у меня получится. Пускай не так легко, да, если надо что-то запоминать, но у меня получится, у вас появилась вера в себя. Вот что очень важно здесь. Чему вы научились? Давайте теперь посмотрим, да, последний вопрос. А чему вы научились благодаря этому опыту? Солнце. Вы научились, во-первых, быть в позитиве, видеть вот этот, знаете, какой-то позитивный настрой. Здесь не про то, что верить в будущее, а здесь я бы сказала как-то не унывать. Вот что бы ни произошло, да, не унывать, потому что появляется вот это вот ощущение, что белая полоса, она всегда будет, да, вопрос времени. Раньше, чуть позже, тогда, когда хочу, тогда, когда не хочу, но она обязательно будет. Здесь как будто бы вы научились радоваться. Радоваться именно жизни, что ли, хочется сказать. То есть чувство у меня по этому раскладу. Чем больше вам становится трудно, труднее в жизни, да, чем больше, как говорится, слез и горя, тем больше вы становитесь позитивнее. То есть вы как будто бы сами себя вытаскиваете из сложной какой-то ситуации. Вы научились быть в центре самого себя, опираться на самого себя. И это очень важно. Я не говорю, что вы не просите теперь о помощи, не будете просить о помощи других людей. Но вот здесь вот это, знаете,
веет у меня какой-то уверенности, да, что вот нам море по колено, но здесь не глупость шута, а здесь такое, знаете, что человек, который что-то осознал в этой жизни, что-то понял для себя такое ценное, что придало ему уверенности. Именно понимание, что вот будет сложный момент, я уже знаю, как себя вести, я уже знаю, к кому обратиться. И знаете, вот от этого приходит какая-то легкость, от этого приходит какая-то радость, что окей, что на самом деле, ну, трудности, они просто закаляют. Они формируют наш характер. То есть здесь вы начали видеть какой-то позитив именно в, хочу сказать, в негативном аспекте. Да? Вот, что плохого, опять-таки, как можно обозначить что-то плохое? Сложное, да, вот какая-то задача была, и надо было ее решить. И вот вы как-то вышли победителем из этой ситуации, и вы себя зауважали, да, в первую очередь, что я молодец, я нашел этот выход, у меня получилось. Возможно, впервые у кого-то действительно получилось самостоятельно справиться с какой-то ситуацией. Пускай это может быть какая-то психологическая ситуация была, да, но вы справились, у вас это получилось. И вот вы от этого действительно как маленький ребенок радуетесь, и вы понимаете, что все, что вам необходимо, это есть внутри вас, то есть вот эти качества, вот эта энергия, сила необходимая вам для того, чтобы победить все невзгоды, вот это вот все есть внутри вас, и здесь... Хочется сказать, вот вы себя как-то полюбили. Я не знаю, как объяснить слово «любовь», но вот здесь ощущение того, что вы себя полюбили. Вы как будто бы, знаете, стали богаче. Не в финансовом плане, а вот как-то себя обогатили. Не знаю, как это объяснить. Чему еще я научился благодаря этому опыту? Вот смотрите, как хорошо выпадает, да? Луна и Солнце. Вот она, ваша гармония и баланс, о котором мы говорили, да, здесь, и то, что я вначале говорила. Вот, здесь вы как будто бы, знаете, высветили свои темные какие-то вопросы. Во-первых, вы научились слушать свою интуицию, да, то есть вы поняли, что действительно интуиция – это не просто слова, а это фишка, которая работает. И если на нее обращать внимание и правильно ее слушать и интерпретировать, то вам, ну, вы пойдете достаточно далеко по жизни. С другой стороны, вы как будто бы увидели из этой ситуации свои какие-то детские, незрелые качества. Свойства. Вы как будто бы увидели, насколько вы поступали ранее не эгоистично, здесь не про эгоистично, а здесь вот именно какой-то вот такой, знаете, детский максимализм, как-то по-детски вы поступали. Опять-таки, нельзя сказать, что эта детскость, она была плохая, но она не подходит к тем реалиям, в которых мы жили. То есть, ну, не получается совмещать и вот наивность какую-то, да, и... Здесь не про открытость, а здесь вот как будто бы какая-то глупость, да. И в то же время жить в реальности. Вот здесь вы увидели, где вы, возможно, ну вот как-то косячили, где здесь вы увидели свои ошибки, свои какие-то темные моменты. Здесь, возможно, вы видели, где вы обманывались, да, где вы придумывали того, чего нету. Многие моменты вам стали ясными. И как-то вот вам как будто бы их подсветили. Вам стало понятно, очень многое в жизни вам стало понятно. Вы стали тем человеком, который научился понимать себя. Еще чему вас научил этот опыт? Знаете, хочется сказать, любить себя. Вот я еще раз повторяюсь, да, но здесь любить себя как-то... Сейчас я попробую вам объяснить. Не как маленького ребенка внутри себя, которому, знаете, все разрешают и позволяют, поскольку вот, ну, ему все дозволено. Он такой вот безответственный, да. А здесь вот такая любовь, когда... Даже не любовь, а здесь вот что-то такое зарождающее по отношению к самому себе. Что-то такое бережное.
Вот когда люди начинают флиртовать друг с другом, да, есть вот это вот внутреннее ощущение, это даже не бабочки, а какой-то, как это, тремоло, это по-гречески, а по-русски как это будет? Знаете, такой приятный мандраж, да, когда мурашки бегают по телу. То есть вот так хорошо на душе. Вот что-то здесь такое. Вы проработали здесь свои какие-то детские травмы в плане недоверия. Вот общий расклад здесь мне показал, что вот эта вот ситуация, которую мы загадали, и вы загадали, мы с вами загадали, она была направлена на то, чтобы проработать какие-то ваши детские травмы. С чем они были связаны, да? С невозможностью двигаться дальше, с неуверенностью. Здесь, возможно, синдром вот этот вот перфекционизма был, да, у кого-то. Синдром человека, который боится как-то ошибиться, поэтому он не двигается дальше. Человека, который не умеет делать выбор. То есть даже не понимает, возможно, с кем-то. Здесь знаете как? Что значит не умею делать выбор? Иногда, когда мы не берем ответственность за себя, то жизнь сама берет эту ответственность и подбрасывает нам даже тех людей, которые нам не нужны, для того, чтобы мы как раз-таки и научились делать выбор. То есть если здесь, например, тема отношений, да, то не то, что вы выбираете партнера, а просто случилось что-то, кто-то вас с кем-то познакомил, вот, и человек стал уделять вам больше внимания, нежели вы привыкли к этому, и вам показалось, что вот именно показалось ключевое слово, что вот вас любят, и вы согласились, допустим, на отношения. То есть здесь не то, что вы выбирали, смотрели, знакомились с этим человеком, узнавали его, да, смотрели на его поступки, его отношение к себе, или его отношение к другим людям, к животным и так далее. То есть здесь не было вашего выбора. И это может касаться чего угодно. Профессии, денег, да, вообще ко всему это ваше отношение. То есть вы проработали вот это вот свое отношение к тому, что, возможно, здесь был проработан вопрос ожиданий, да, когда я долго жду, и когда же наступит этот момент, ну, я еще подожду. Просто потому, что боялись взять ответственность, да, боялись решить какую-то вот, какую-то свою задачу, да, решительности не хваталось, какой-то не хватало, какой-то храбрости, какой-то вот отваги, все такие вот мужские качества, да, доблесть. То, когда то, что базируется именно на принятии решения и на то, чтобы нести ответственность за последствия вашего решения. Здесь все сводится к тому, что вы боялись именно последствий. То есть не то, чтобы само решение принять, а именно этих последствий. И поэтому, как говорится, переводили стрелки на других, да, другое решил, ну все, значит, с меня и снята ответственность. То есть вот здесь эти вопросы. Что еще вы могли проработать здесь? И здесь взаимодействие, однозначно взаимодействие с другими людьми. Не случайно я сказала, что здесь у вас оно изменилось. Здесь люди, которые не умели выстраивать границы. Причем, знаете, не только свои собственные границы, но и понимать границы другого человека. Да? То есть, например, если человек сказал, что я хочу быть, побыть один, да, либо одна, мне нужно какое-то время, то, возможно, в прошлом вы как-то обижались. Ну как, что, я что-то плохое тебе, допустим, хочу сказать, либо я что-то плохое тебе хочу порекомендовать, я ведь просто хочу с тобой время провести. Вот это и есть нарушение границ, да, то есть вас попросили о том, что мне нужно пространство, а вы это не принимаете. То есть вы в данном случае нарушаете границы другого человека. И здесь ощущение того, что поскольку у вас нет понимания собственных границ, вы и не понимаете границы другого человека. И поэтому здесь вы научились, благодаря этой ситуации, выстраивать взаимоотношения с другими людьми, да, причем сообща. То есть у вас как будто бы вам было проще в одиночку как что-то делать, да, то есть как это выражение есть, да, хочешь сделать хорошо, сделай самостоятельно. Вот, возможно, это придумали те люди, как раз таки, которые привыкли работать в одиночку, которые не понимают, что и сообща, ну, то есть не умеют коммуницировать, не умеют находиться в каком-то тандеме, да, не умеют находиться в партнерстве, не умеют, вот не случайно здесь речь, да, я говорила ранее, возможно, о каком-то
Не то чтобы предательство, здесь нету карт предательства, здесь есть вот это вот недопонимание, да, недосказанность. Я сказал одно, а ты понял что-то другое. Вот здесь с коммуникацией очень сложный какой-то момент. Угу. Так, ну давайте я вот еще три карты, вообще без вопросов, потому что мне хочется уже завершить расклад. В принципе, то, что нужно было посмотреть, мы посмотрели, но у меня возникает такое ощущение, что что-то не завершено. Поэтому я вытащу просто три карты без какого-то вопроса, да, вот что нам карты скажут, то скажут. Угу. Так, здесь даже не как совет, а здесь речь идет о том, что вот какая-то тайна, то, что вам было неизвестно, то, что здесь по Луне проходило, да, это все осталось позади. Либо если... И мы идем как раз-таки в Королеву Мечей, да, к переменам. Мы здесь у Королевы, Королева Мечей, она срезала голову, да, мужчине, отрезала. То есть такая вот, то, что нам не соответствует, то, что там не нужно, мы это будем отсекать. Вот здесь какая-то такая, линия, энергия проскальзывает о том, что оставляете позади все то, что вам непонятно, все то, что не помогает вам быть в балансе, все, что вам неизвестно, все, что вам не нужно, и идите вперед. Двигайтесь вперед, в принципе, то, куда вы сейчас идете, и молодцы, и правильно делаете. Пришло время перемен по Королеве Мечей. Вот она как раз в будущее и смотрит. То есть, невзирая на те трудности, которые прожила Королева Мечей, причем здесь она прожила именно связанные с эмоциями, с какими-то переживаниями, да, невзирая на какие-то трудности, она продолжает двигаться дальше. Продолжает двигаться в свое будущее. Причем так достаточно налегке. Да, проделайте анализ, получите ситуации, да, выберите, именно выберите, определитесь в том, что вы хотите, в том, что вам нужно. Спланируйте это и идите, двигайтесь вперед. Да, не обращайте внимания на критику, на какие-то ссоры, скандалы, на неодобрение других людей. Двигайтесь вперед, потому что это ваша жизнь, это ваш путь, и только вы знаете, как вам двигаться лучше всего именно для вас. Вот здесь вы получили как раз-таки именно такой опыт, когда впервые начали понимать то, что будет лучше для вас, не для кого-то, именно для вас, так как вы хотите. И будьте этим победителем. То есть внутри себя вы это преодолели. Молодцы! Так держать, хочется сказать, да, и двигайтесь дальше. Я хочу вам пожелать прекрасной недели. До следующего расклада. Всем пока-пока.